Всем привет! Хочу сделать свой прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов между австрийским ЛАСКом и бельгийским Брюгге. Ну, что можно сказать о командах? ЛАСК — это очень атакующая команда, очень атакующая. По-моему, они чемпионы Австрии. Вот. И много пропускают, но и много атакуют. Вот, Брюгге выбыла из прошлой стадии раунда квалификации Лиги Чемпионов Динамо Киев. Довольно-таки сильная команда. Дома они обыграли киевлян со счетом 1-0, а в гостях сыграли 3-3. Но там все было на тоненьком. Но все равно 3 мяча пропустили. Да, я думаю, что у ЛАСКа австрийского, у них, в принципе, атака посильнее даже будет, чем у Динамо Киев. Да, и играют дома. Что можно сказать о матчах этих команд со своих национальных чемпионатах? В обеих команд начались уже чемпионаты. В целом ЛАС в каждом матче забивает. Ну, правда, последний матч они сыграли 1-1, но я думаю, они к матчу с Брюгге готовились. А Брюгге последний матч сыграл 0-0. Что я хочу на этот матч поставить? Я считаю, что ЛАС, возможно, в этом матче выиграет. Возможно, много выиграет. Вот. Но возьму я очень осторожную ставку. Это индивидуальный тотал ЛАСКа больше одного с коэффициентом 1.64. Вот. Это ставка в BetCity. В FunBet, по-моему, ставка 1.5. Посмотрите сами. То есть я беру вот на эту ставку больше полутора. Ну, не знаю, я не советую брать. Все-таки возьмите больше одного. Даже если коэффициент будет 1.5, 1.48, возьмите именно больше одного. То есть это такая вот страховочка для вас будет. Повторяю свой прогноз, это ЛАСК больше одного за коэффициент 1.64. Еще раз напоминаю, это лишь мои прогнозы, это мои мысли, я ни к чему вас не подвигаю. Это у вас должны быть свои мозги и свое мышление. Смотрите этот матч, он сегодня начнется 20:00 по Москве, и болейте за свои команды. Всем пока!